Всем привет, YouTube привет. Вот тоже еще небольшая зарисовочка, вот такие заглушечки. Для того, чтобы, использую я их для того, чтобы когда делаешь отверстия в деталях для беспокраски, ими закрывать отверстия, которые приходится сверлить для доступа. Вот разные тут диаметры у нас, вот это вот 9, вот это вот 10, вот это десяточка, здесь у нас, по-моему, 16, да, 16, вот это вот 20, это вообще уже для ломов. Вот, еще один маленький нюанс, вот это, автомобильные, вот это в мебельном магазине, цена копеечная, единственный вот минус здесь вот этих затычечек, вот в том, что они не черного, допустим, цвета, но это решается с помощью вот такого грунта, можно сказать, вообще-то это проявка. Для проявки там по шпаклевке, по грунтам, это аэрозольная проявочка. Достаточно хорошо она держится на пластике. Вот надо, допустим, подкрасить. Взял ее, кинул, сохнет очень быстро. Это какая-то разновидность нитроэмали. Вот, собственно, что я и хотел показать. Довольно дешевый способ, но в то же время эстетика должна присутствовать. Неприятно, когда там открыли дверь, там капот или еще что-то, а там зияет дырища. Вот. И предварительно перед тем, как туда затыкать, неплохо было бы там взять хотя бы ВД-шкой брызнуть. Вот. А по-хорошему, конечно же, загрунтовать тоже кисточкой там, вплоть до того, что однокомпонентным грунтом там слегонца этот металл покрыть и внутрь дунуть там мовилем или чем-то, где нацарапано, наковырено крючками. Вот такая вот небольшая кинозарисовочка. Всем удачи, пока-пока, счастливо!